Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся в Павловском тырко-кровическом музее. В нашем зале «Природа и животный мир» Павловского района. Хочется познакомить наших видеопосетителей, так скажем, с экспонатами нашими музейными. Это лебеди-шипуны. Это самые большие пернатые лебеди. Лебеди бывают совсем ручные. Они выходят на берег. Дети в парках обычно подходят к ним и кормят хлеба. Если вы, ребята, будете подкармливать лебедей, лучше всего давать им сухарики или хлебцы, так как в них меньше дрожжей. В природе лебеди питаются водорослями, мальками, мелкими беспозвоночными, свежим хлебом. Их кормить не рекомендуется. Это не на их пользу. Лучше возьмите подсушенную булочку. Итак, к нашему вниманию представлен лебедь-шипун. Весь это необычно 12-13 килограмм, окрас белый, длина крыла у них достигает 66 сантиметров. При плавании лебедь изгибает шею в виде буквы «С». Клюв красный, венчается черной шишечкой. Лебеди держатся парами, которые образуют на очень длительное время. Это птицы, которые сохраняют верность на всю жизнь. Вы, наверное, читали или слышали сказку о царевне лебеде. Есть древнегреческая легенда об этих птицах. Они сохраняют верность не только друг другу, но и место своего обитания. По мнению одного эколога-педагога, раньше лебеди зимовали в Турции, но с 1980 года, когда там официально объявили охоту на лебедей, прекрасные птицы пребывали в Семецкую бухту в городе Новороссийске. И уже много лет неизменно прилетают сюда на зимовку.